Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь бесконечные каникулы! Всем здорова, ребятки, с вами по-прежнему Убер, и добро пожаловать в игрушечку под названием Happy Wheels. Ну что ж, мы продолжаем приходить всевозможные прикольные, классные, интересные и угарные уровни. Я надеюсь, ребятки, что вы успели поставить лайк за 3 секунды, если нет, ставьте сейчас, пожалуйста, у вас вторая попытка, заранее огромное-огромное спасибо. Ну что ж, начинаем мы сегодняшнее приключение с Погофайта, и это, ребят, не просто Погофайт, это у нас хэллоуинский Погофайт. Мы будем сражаться против, наверное, каких-нибудь страшилок. Вот есть у нас первая вот Молли какая-то, да? А дальше уже призрак. Видите? Опа! Ха-ха! Маленькая девчонка-призрак! Перелетаем, ребят, дальше. Мясник или что это? Батчер. Кто это? Наверное, что-то типа с мясником связано. С таким ножом? Оу! Нифига, я просто увернулся от Джейсона и его топора, блин. Ладно. Сейчас бы, ребят, как-нибудь прыгнуть. Что-то давненько, блин, не играл в Happy Wheels. Уже как-то, знаете, все забыл, блин. А! Аккуратно! Ну, малого зацепил. Повыше. Вроде первый, друзья, уровень, да, Роб Свинка. Что-то как-то сложно. Пират. Пирата перелетели. Ну да, все. А, я умер? Вот это да, ребят, представляете, просто пират такой говорит, йо-хо-хо. И, пожалуй, меч в голову мне вставил, и все, да. Йо-хо-хо и немножко крови. Так, ладно, опа, Джейсон, до свидания. Сейчас, ребят, короче, мы с вами разыграемся. Сейчас, как мы пирата. Опа, все. Никаких больше. Дальше кто? Барбариан там что? Кто это? Какой-то там, ребят, рыцарь, блин, или что это такое? Разбойник? Барбариан. Что-то знакомое, кстати. Дальше. Ниндзя! Ой! Тихо! Оп! Король Артур какой-то там. Артур! И куда мы? Не понял, ребят. А вот и финиш. Слушайте, так все, мы прошли. Спасибо, Погу. Е-бой. Вот так вот, ребят. Класс, прикольно. Первый уровень, 5 звездочек. И погнали к следующему. А здесь у нас Rope Swing Hard Edition. А действительно, ребят, хард какой-то полный. О, лол. Со второй попытки, ребят. Хард. Просто со второй попытки. Вот это кайфик. Ладненько, погнали к следующему уровню. А здесь, ребят, у нас зомби-апокалипсис. Смотрите, руки зомби. О, так он меня схватил. Я зомби схватил, вы видите, ребят? О, все, блин, не вырваться из его лап. Я понял, надо быть аккуратным. Так, смотрите, у нас здесь... Я взял динамит, я взял Саю, вот этот ножичек. Убиваю зомби, ребят, просто еду, гашу за боков. Да мне вообще пофиг, зомби. На, о, кинул в голову. Вот это кайф. Дальше, слоу. Ну, это обман? Ну, ребят, чё меня обманули, блин? Слоу, я ехал, блин. И в итоге что? И в итоге, блин, приехал. Газуем? А вот тут слоу. Вот тут, ладно, слоу. Опа, динамит, ребят, закинул шашечки, да, взорвал зомбаков просто. О-хо-хо, едем вниз. Офигеть, зомби-апокалипсис, вот это да. Просто жесткач. Ребята, вообще, вам нравится зомби? Тематика зомбаков. Как по мне, это топчик. Смотрите, зомби на толчке. Опа, сзади, стреляем в него. Ей, это был зомби-босс. И нам что, в унитаз? Смываемся. Реально, я смылся, друзья. Я просто смылся с места событий. Офигеть, вот такой вот зомби-апокалипсис. Классненько, друзья, но это еще не все. Погнали дальше. Здесь у нас мост скорости. Скоростной мост. В общем, тут у нас значок, типа восклицательный знак. Говорят, овер, будь осторожен. Дальше огромная скорость. Ну окей, поехали, ребят. Ой-ой-ой. Что-то слишком быстрая скорость. Прикиньте, на велике с такой скоростью ехать. В реальности. Вот сейчас бы в реальности я бы вот так вот разлетелся на атомы и соля молекулы. Ладно, давайте попробуем преодолеть все-таки эти испытания, ребят. Попробуем без шуток и так далее прям жестко сконцентрироваться. Ой, сбалансировать. О, мертвая петля, так, как говорится, петля смерти. Ой-ой-ой-ой, кишки. Фух, это что-то сложнее, чем я ожидал. Как-то это, знаете, да, действительно сложно. Ладно, сейчас попробуем, ребят. Ладненько, хорошо. Это мы с вами просто уезжаем от проблем. Так, погнали. Вниз. Все, и вот здесь, ребят, максимальная концентрация. Сконцентрировался. Еще одна петля смерти, так сказать, мертвая петля. И на финиш. Вот это я понимаю профессионализм. Вот это кайф. Но погнали дальше, ребятки. Ну а тут у нас уровень под названием Killer Car. Здесь, смотрите, у нас такая машина вся из шипов, из различных вот ножей, топориков и так далее. И мы просто вау!
перерезали их, ребята. Оба! Просто перекрушили, перевертели. Опа! Просто всех. Слушайте, вот это безумие, ребят, да? Вот это фан. Просто за 17 секунд мы убили всех. Просто на тачке переехали. Это, конечно, прикол полный. Добро пожаловать на Майнкрафт приключения! Ну что ж, мы играем за Стива с вами, у нас вот такая квадратная голова, и здесь у нас реально прям приключения Майнкрафта. Тихо, там что, лава? Так, стоп, реально лава, пол это лава, надо перелететь лаву. Едем дальше. Суперджамп! Оп, перепрыгнули. Едем дальше. Слушайте, реально, какой-то 3D Майнкрафт, прям супер класс. Так, заезжаем вверх, заехали. Проезжаем. Воу, крипер, там еще литл крипер маленький. О, его я развалил. Дальше у нас шахта или что, или мина или что. Шахта, да, ребят, мы в шахту. О, тихо, тут это ловушка дьявола. Ловушка, оп, перелетел. Капец, тут факелов, ребят. Вот это там еще один крипер. Что, толкаем его. А, я прошел. Это был конец, ребят, да? Походу, да, или я умер. А вот сейчас, ребята, узнаем, я, правда, без малого. И без головы. Ну да, это был финиш, просто мы почему-то именно не финишировали. Ладно, вот такое Майнкрафт приключение. Ну а, ребят, если вы подумали, что на этом мы закончили с тематикой Майнкрафта, то нет, здесь у нас еще одно Майнкрафт приключение. Ну что ж, попробуем. Мы также, ребята, вот, едем на велике. О, добываем дерево. Слушайте, ресурсы, вот это кайф. Так, строим дом. Отлично, отличное место для того, чтобы построить дом. Вот это я, ребят, дом строю. Как вам мой домик? Кстати, ребят, всех жду в гости. Кто хочет, пишите в комментариях. Приходите ко мне домой в гости. Потусуемся с вами в Майнкрафте. Покайфуем, так сказать. И здесь, смотрите, у нас тоже пещера. О, меня убил стрелок-лучник-скелет. Представляете, ребят? Я строил дом, я его построил, поехал, блин, в шахту, да, и все. И меня застрелил этот, блин, лучник. Ё-моё, сейчас, тогда уворачиваемся. Все, вернулся. До свидания, лучник. До свидания. Едем, ребят, дальше. О, офигеть, зомби! Я убил его. Я убил себя. Я убил и зомби, и убил и себя, и вернулся от лучника. А что это за сложный уровень, ребят? Я думал, что будет что-то легче гораздо. Оп. До свидания, тихо. Опа, 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 опа. Там еще паучара, видели? Ё-моё. Так, тихо, зомби. До свидания, едем дальше. Ой, увернулся. Назад, крипер, куда-то летим, ребят, прям в шахту, в глубину. О, где свет? Ё-моё, я что, в ад какой-то упал или что? Валим, ребят, просто валим быстрее на велике, как говорится, валим, 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 валим. И продолжение следует. Ху-ху. Офигительный, друзья, Майнкрафт приключение, просто шикарно, 5 звездочек. Погнали, посмотрим, что я приготовил еще для вас такого интересного. Не поверите, ребят, я приготовил еще один майнкрафтерский уровень, что-то мне прям поперло на Майнкрафт, ребят, так стало интересно, блин. И вот смотрите, у нас тут курица, я ее как бы вот так уничтожил, прыгаем, ребят, тут реально вот это мир Майнкрафта, посмотрите, столько тут всего, шахта вниз, пшу, о-хо, тихо, а че песок, он обычно сыпется сверху, хоть, хоп. Уголь, 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 ребят. О, это зомби. О, до свидания, зомби. Прощаемся, братанчик, давай. Ты мне не нужен, давай, давай-ка. Вон еще уголек, ребят. Уголь. Жалко, что мы не добыли. О, крипер. Так, ребят, сейчас его сюда. Шш, смотрите, шипит. Шипит он на финише. Иди отсюда. Вот так вот, друзья, это было 3 Майнкрафт уровня. Напишите, какой из уровней Майнкрафта вам понравился больше всего. Первый, второй или третий. Ну, а мы ставим 5 звездочек этому уровню и идем дальше. Ведь здесь у нас просто какое-то приключение, ребят. Мы с вами за малым, вот с малым, точнее, едем на велике, батя и малой. И мы куда? О, за нами шар катится. Нифига, в это, в туннеле смерти, блин. О, малого украл гарпун. Ё-моё, как мне теперь? Что я скажу? Типа, жене привет скажу. Ну, мы катались, блин, по горам, там гарпун выстрелил. И все, и малого забрали. Как бы мне отмазаться, друзья? Ладно, не поедем домой, поедем в гору, погнали. Чё, я просто в гору на велике забираюсь, горный велосипед? Что, я доехал? Или что? Что происходит? Что, подлагал я? Ну, походу, ребят, доехал-то, потому что был финиш. Ладно, вот такое странное приключение, ставим ему 5 звездочек и идем дальше. И тут, ребят, у нас еще один пого-файтик, поприключались, так сказать, и идем, ребят, потеть сразу. Хопа, вот это я понял, 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 топор, как говорится, всему голова. А лучше не топор всему голова, а топор по голове, и вот это точно никаких проблем. Просто меня убил, чел. Сейчас же,
Ух, увернулся. А вот я как знал, друзья, да, что надо уворачиваться. Как чувствовал. Хоть сюда. О, вот этот меня, да, убил? Все, в этот раз, ребят, я его. И вот так. Хопа, сальтуха. Раз, два, три. 4, 3.5. И прошли 5 звездочек, и идем дальше. Просто, ребят, сегодня мега насыщенный, мега фановый ролик уже получается. Реально, лайкусик со второго аккаунта даже можно поставить. Смотрите, тут у нас кактус, а уровень под названием Зона 51. Секретная база, секретная военная база, организация, в которой там изучают инопланетян различных и так далее. Видите, космический корабль упал прямо на Зону 51, и там делают всякие опыты и так далее. Так, и тут предупреждающие знаки, типа, не иди туда, там тебя убьют. О, вот, если вы не верили, что существует Зона 51, летающие тарелки, вот, прямое доказание, доказательство, ребят, видите? Все, тарелка космическая, и мы попадаем, вот она, все, я разоблачил Зону 51, вот, я ее нашел, правильно, вот, тут, точнее, правило, ничего не красть, не использовать джетпак, не убивать ученых, не есть, не пить в лаборатории, и не ездить на велосипедах. Но мы, конечно, все эти правила, ребят, нарушим, потому что чё нам? Мы из России, мы проникли на американскую секретную базу. Вот, ребят, все. Можете скинуть это там родителям, видео и так далее, показать, что Овер рассекретил военную базу. Что НЛО существует, вот. Эта летающая тарелка, она существует. Вот еще один космический корабль. Ладно, ребят, если что, я не сошел с ума, я просто прикалываюсь. Ладно, ладно, едем, смотрите, тут вот ученые нам что-то говорят, мы их, конечно, не слушаем, проезжаем, вот, маленький инопланетянин, ну, о, здесь вот делают опыты, надо пожаловаться, ребят, конечно, нельзя так, ладно, проезжаем, ой, чуть не умер, кстати, видели, еще перевесило и без головы бы остался, все, видите, я умер, все, а дальше никак. И правильно, друзья, дальше мы даже не пойдем. Все. 5 звездочек ставим. Посмотрели на Зону 51, но это еще не все. Кастинг ее вот. Потому что вот, ребят, дальше я не поехал, потому что здесь у нас вот продолжение. Зона 51, нельзя входить. То есть еще, погнали, посмотрим на это все дело. Так сказать, так, нажимаем кнопку. Открываются двери. Вот, двери открылись. Сигнализация, мы проезжаем. Все системы безопасности проехали. Ребята, мы проникли на Зону 51. Едем дальше. Сейф зон. Едем вниз. Аккуратно, нас пока не спалили. Тут пацан истекает кровью. Падает гарпунчик, мы проезжаем. Различные острые штуки. Кому-то нужна помощь, но мы никому помогать не будем, ребят. Потому что мы бешеные. О, тихо, смотрите, какая система. Ага, видели? Видели, какая система, да, защиты? Все, во, и тут конец, и вот он, инопланетянин, друзья, самый настоящий. Ну что ж, вот такой вот прикольный видосик у меня получился, сегодня было много приключений, классных, интересных и прикольных уровней, и попотели, друзья, и было интересно. Короче, ставьте лайк, друзья, я надеюсь, вам понравился видосик, надеюсь, я вам поднял настроение, ну и, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети, ссылочки будут в описании, ну, на канал, разумеется, подписывайтесь, ищите меня также в ТикТоке. Ну, а с вами по-прежнему был Овер, всем спасибо за просмотр, удачи, не болейте, и пока-пока!